Добрый день, господа. Позиция короб для хранения Макси. В комплекте идет две штуки. Выпускается он вот в такой упаковке. Вот такой он вид имеет в сложном состоянии. И так вот он выглядит в сборе. Предназначен он для хранения нижнего белья, швейных принадлежностей, канцелярских товаров, принадлежностей для ухода за обувью, бытовой инструмент, детские игрушки, лекарственные средства, рыболовные принадлежности, любая бытовая мелочевка. Всем удачных продаж!